Вятская книга процветает. К таким выводам пришли участники и организаторы конкурса «Вятская книга года 2015». Мероприятие проходит в нашем городе уже в 18-й раз. И, как отмечают организаторы, количество вятских книг в нашем городе увеличивается с каждым годом. Только за 2015-й в области было издано 900 новых вятских книг разной тематики, среди которых военные, биография, история края. На конкурсе можно встретить и художественную литературу. Победителей в конкурсе «Вятская книга» несколько. Лучших наградили грамотами и подарками. Основной, наверное, итог – то, что наша «Вятская книга» жива, и у нее есть свой читатель, у нее есть свой автор. И мне кажется, мы с удовольствием с вами встретимся и на 19-й, и на 20-й, и на 25-й выставке «Вятской книги».